Эдисон, полей Антона. Да. Эдисон, Антон, где Антон? Да. Эдисон, а ты не забыл да, Антона? Да. Эдисон, а где да. Антон, а? Антон? Да, Антон, да. Антон, где Антон? Да, я понял, Антон, хорошо! Антон. Так сколько Антон, можно, ну ёханый бабай, ну я Антон, понял, Антон, все, окей, Антон, нужно полить Антона. Антон, да, я забыл, у меня с головы вылетело, все, хорошо. А ты не забыл полить Антона? Эдисон, Антон. Вы видите, что вы натворили? Вы видите, здесь когда-то, давным-давно... Был дом Кати, которого больше не стало. Почему? Потому что на меня напали хейтеры, которые не понимали, что я, кто я, чем я занимаюсь, и подумали то, что, ну, я не хочу жениться на Кате. То, что я изменщик, предатель, но, как видите, это все была шутка. Но некоторые уникумы близко к сердцу воспринимают все шутки. Кстати, дорогие булы, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию Антона. И в этой серии как раз-таки мы его будем поливать. И отстраивать дом Кати, который кто-то, да, уничтожил. Ну ладно, в этой серии нам нужно отстроить дом, пойти полить Антона и приготовиться к тому, то что ближе к зиме она приедет, но все же нужно все отустроить. И, кстати, кто не знает, я скоро поеду к Кате. Ой, ладно. В первую очередь Антон! Фу! Я уже напугался, что это подписчица. А это Катя. Вот как раз начал серию, и она сразу позвонила. Алло? Здорово. Здорово. Чё, как? Как дела? Ну, нормально. Я вот как раз-таки прямо сейчас Антона хотел поливать. Иди. Ну, давай, иди. Иду. А чё такое? Ничего. Ну, Кать, ну я... Кто на месте, Антон? Ну, как бы подписчица его вернула, поэтому все нормально, да? Ай, подожди. Чего? Да я поливаю его. Сейчас, куда бы телефон этот поместить? Сейчас. Подожди. А что, да все нормально с Антоном, я говорю. Ну, несколько серий назад его подписчица вернула. Да все в порядке, я говорю, ты понимаешь то, что меня некоторые личности заколебали, они мне под каждым роликом пишут там, Эдисон, иди полей Антона, иди полей, мать твою! У меня тут небольшие проблемы, я голову себе разбил, подожди, пожалуйста. Сейчас, я уже тут. Все нормально, вот, я с... Кать? Он пропал. Опять пропал! В смысле, что он пропал? Ты слышишь? Он пропал. Пропал! Ты опять просрал Антона? В смысле, я просрал? Я его только недавно вернул. Ты вообще, в принципе, знаешь, через что я прошел, чтобы вернуть и Антона, и тебя? Он пропал! Да я его не потерял. Ну, он был, я вот недавно смотрел. Катя... Чё, сволочь, такая троллишь меня здесь, в смысле ты его перенесла? Куда ты... А? Где, куда ты его перенесла? Ну, в блоке обсидиана, посмотри. Подожди, в смысле ты его перенесла в блок обсидиана, зачем? Ну, я решила вот так вот. Так, окей, подожди. Чтоб хейтеры не украли, подождите, так. А, вот кирка. А мне его сейчас полить или как, не могу понять? Так он в обсидиане, я сейчас его час буду доставать. Так я его час сейчас буду доставать. Ой, мать твою, зачем ты его так упаковала, а? Потому что, знаешь, вот я вот тебе его больше не доверю. Как будто я хреново со своей задачей справлялся. Я всегда его нормально... А почему тут больше, чем один блок? Четыре его реально... Как будто я его как-то плохо, знаешь, сохранял. Ну, в смысле, всегда он был в целостности и сохранности. Каждый день. А вот то, что под... Да сколько здесь блоков, Катя? Я уже второй блок ломаю. Его до сих пор здесь нет. Ой, мать твою. Сейчас, подожди. Я не понимаю, зачем его было так упаковывать, но окей. Катя! Сколько здесь блоков обсидиана, мать твою!
А, и что, его там нету? Да в смысле нет, вот подожди. Я уже четвертый блок ломаю, я не знаю, куда ты его так упаковала. А, ну значит я в другое место куда-то перенесу. А, вот я нашел. Я нашел сундук, а здесь его нет. В смысле, а где он? Я не знаю, наверное, в другом месте. Ты что, издеваешься? Ты мне мстишь, да, за эту хрень, когда я тебя там учил? Бедрок ломаете, типа, бедрок ломается, ребята. Напишите в комментах то, что бедрок ломается. Ты же знаешь то, что бедрок ломается, да, его можно сломать. Ну, конечно, в следующий раз приедешь, будешь ломать бедрок. Где Антон, мать твою, за ногу, Кать? В другом где-то месте. В каком другом месте? Где мне его найти? Мне его поливать нужно? Куда ты его спрятала? Ну, ладно, я, короче, его себе домой забрала. В смысле? Как? Как? Он у меня дома стоит. А, прикольно. Окей. А что мне сейчас с ним делать? Ну вот. Не знаю, повеселись. Отдохни. Окей, ну ладно. Тебе теперь нет обязанностей. Ну ладно, я тогда отдохну. Вот видите, не нужно мне Антона поливать. Поли Антона, поли Антона. Нет Антона, Катя сейчас с Антоном занимается. Ну все. Вообще вот зачем позвонила. А, то есть ты сейчас меня 5 минут троллила, да? Типа Антон там, Антон здесь. И сейчас сказал, хорошо, давай, продолжай. Ну, у меня есть еще одно послание для тебя. Послание? Да. Какое послание? Ну, вот я его тебе скинула на почту, ты можешь его скачать и показать подписчикам. А как называется? Сейчас я зайду тогда на почту. Оно называется «Скучаю». Скучаю, окей. Сейчас я тогда посмотрю и позвоню тебе, окей? Угу. Сейчас, давай. Ну ладно. Какое-то послание от Кати. Хорошо, давайте сейчас мы его попробуем найти. Так, видосик на компе я уже скачал. Как он там называется? Скучаю, да? Реально скучаю, тут Катя! Она с Масиком? Так, давайте посмотрим, что она там отправила. Так, хочу, чтобы было видно лисичку. В носочках. Видно? Все. Привет. С вами я, Катеридзе, Катька, Катя, называйте как хотите. И те, кто меня еще не знает, советую познакомиться со мной и посмотреть предыдущие ролики с моим участием. Первый сезон выживания нубика в Майнкрафте. А, нубик — это я. Привет. Что я вам хочу сказать? Первое — это то, что я очень сильно по вам скучаю. И скучаю в целом по записи роликов. Второе — это то, что я жива и здорова. Да, меня похитили. Да, мой цветок... как его зовут? Антон. Во. Его украли. Мой дом в Майнкрафте взорвали. Половина моих нервных клеток просто отсутствует. В принципе, жить можно. Окей. Что еще? У нас есть несколько секретов для вас. Сюрпризов, секретов. Не знаю, как хотите называйте. Возможно, что мы с Одессином скоро встретимся и запишем кое-что интересное. Мне, как обычно, чешется нос в видео. Не новость вообще. Вот, что еще? Если мы не сможем записать вам видео, то смотрите за нашими историями, потому что вот-вот-вот-вот-вот прям вот столечко и мы встретимся. Прикольно, да? Второй сезон нубика в Майнкрафте, то есть меня, будет на каникулах зимой, потому что сейчас я не могу этого сделать, я учусь, я живу в Новосибирске, кто не знает, и у вас уже началась учеба. Кстати, я вот учусь на третьем курсе универа, а расскажи-ка мне ты, где ты учишься, в каком классе, или, может быть, ты уже куда-нибудь поступил. Нам будет очень интересно почитать. У нас есть огромный сюрприз для вас, который будет после Нового года. И, возможно, мы вам его расскажем, если вы будете ставить много-много лайков и подписываться на канал. В общем, много уже о чём-то разговорилась. Вот тут мой кот меня ждет. Надо идти кушать, пить чаёчек. Я вот тут в носочках. Потому что очень-очень холодно. Надеюсь, вы дождетесь меня. Дождетесь следующего сезона и кое-что интересного. Все. Всем пока. Масик, скажи пока, пожалуйста. Ну... Я, в принципе, так и думал, то, что все мы немножко скучали. Катя тоже скучала. И скучает до сих пор, так же, как и мы все по ней скучаем.
Алло? Алло. Ну, да. Мы, короче, посмотрели. Ну, Кать, мы также по тебе скучаем, ты это прекрасно знаешь. Ага. И Масику тоже привет передавай. Мы по нему тоже. Да, мы по нему тоже все скучаем. Я тоже очень сильно скучаю. И я рада, что вы посмотрели мой видосик. Я думаю, что он вам понравился. Ну, мне нужно валить, делать уроки и кормить Масик. Уроки? Какие уроки? Ты в универе учишься? Ну, а что, там нет уроков? Ну, в принципе, да. Ну, я не знаю. Я в универе не учился. Ну, окей, давай тогда. Все, всем привет от Кати. Давай, давай. Ребят, я, кстати, хотел вам сказать, если вот такая возможность выпала. Ну, многие уже знали, но я вам еще раз скажу то, что сегодня я уже с Катей встречусь. Вот я записываю этот ролик, и сегодня я уже буду у нее в гостях в Новосибирске, потому что я улетаю на заслуженный, мать вашу, отпуск. Не переживайте, ролики, как и выходили каждый день, так они и будут выходить каждый день. Я жопу себе рву, но я записываю ролики наперед для того, чтобы не позволять вам скучать даже в те моменты, когда я попросту отсутствую, даже в те моменты, когда я нахожусь на отдыхе. У меня есть один знакомый ютубер, который мне однажды сказал, что нельзя показывать своим подписчикам то, что ты устал. Нельзя говорить своим подписчикам то, что ты уезжаешь на отдых. Потому что подписчики подумают то, что ты скатился, ты сдулся, ты стал слабым. И этому человеку я могу ответить только вот такими жестами. Два средних пальца вверх, вот что я могу его ответить. Потому что я в первую очередь всегда вам говорил то, что я записываю с душой. Не ради бабок, как 90% всех ютуберов. Не ради еще чего-то там, а ради того, чтобы мы с вами всегда были рядом и всегда поддерживали друг друга. И я хотя бы в чем-то когда-то смог вас немножко смотивировать и направить вас на правильный путь. Тем самым вы мне иногда также даете нужную мне поддержку и не даете раскиснуть. Поэтому фак тому ютуберу, кто мне вот это говорил, если ты не хочешь раскрываться перед своими подписчиками, это твое дело. Я всегда открыт перед вами. И именно сегодня я уже буду находиться рядом с Катей. Ты можешь заходить, подписываться на мой инстаграм. Там есть много фоточек, там есть много историй из Новосибирска, где мы с Катей будем гулять. Заходи, следи. А мне нужно немножко отдохнуть, потому что столько роликов, столько стримов за последнее время дают о себе знать. И у меня просто уже не то что потихоньку, а стремительно начинает ехать крыша. Поэтому я уеду на недельку. Но я вас не бросаю, ролики как выходили, так и будут выходить. Но стримов, к сожалению, не будет. Но я вернусь и сразу же постримлю. Не скучайте. Всем удачи. И всем пока.